27 лет на службе у райского зрителя. Свободный театр начинался с небольшой труппы под руководством Ларисы Коршуновой. Теперь же за его плечами десятки городских и региональных мероприятий, сотни постановок в Урае, округе и за его пределами. Репертуар театра постоянно растет, и каждый спектакль зрители ждут с нетерпением. Репертуар – это не только доступность культурных благ и спектаклей для взрослых жителей нашего города, но и просвещение юных граждан, воспитание на лучших образцах художественной литературы. На общегородском форуме «Урай – наш общий дом» художественный руководитель театра представил результаты деятельности. А они впечатляют. Только за этот год поставлено 58 спектаклей, которые посетили порядка 5000 гостей. Воплощены в жизнь и большие проекты, ставшие яркими событиями городской жизни. Региональный фестиваль для молодежных коллективов «Надежда есть» и летняя театральная смена для детей. Как результат – заслуженная награда. За личные заслуги в создании высокохудожественных спектаклей, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, организации проведения культурных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и за его пределами, почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Коршуновой Ларисе Владиславовне, художественному руководителю автономной некоммерческой организации «Центр эстетического развития «Свободный театр». Как признается режиссер, почетное звание – это результат большой, длительной работы и поддержки огромного количества людей. Благодаря тому, что вокруг меня люди сплотились, которые вместе со мной горели этой идеей создания в городе театра. То, что зрители в нас верят и всегда поддерживают, и приходят, и ждут. Вот за все это вместе, я думаю, что, наверное, все это вместе вылилось вот в эти золотые буквы. Любовь к зрителю – неизменный источник энергии и вдохновения для артистов. А потому впереди новые вершины и новые постановки.